Утром к одинокой пенсионерке ворвались односельчанин со своим приятелем и стали ее избивать. Они нанесли ей несколько ударов по голове, а потом ударили ножом. Как выяснилось позднее, преступникам после распития спиртных напитков понадобились деньги, и они забрали 100 рублей и банковские карты. После ухода злоумышленников пожилая женщина позвонила дочери, та вызвала скорую помощь и полицию. По горячим следам был задержан ранее судимый сосед, который подозревается в этом преступлении. У него был обнаружен нож. Личность второго нападавшего установлена, он разыскивается. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Разбой». Им грозит срок до 12 лет. Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее тяжелые травмы и сильное психологическое потрясение.